Так. Высказался. Аннотация для Татьяны Железовой. Теперь она задала второй вопрос. Чем наши саженцы отличаются от саженцев, выращенных где бы то ни было? Вот. Я ей говорю, ну что, Таня, уже пора бы разницу знать. А она-то привыкла, она живет в этом мире и не понимает, чем он отличается. Ей даже казалось, что все такие. Первое, зимуют на морозе неукрытыми. И сад, и саженцы. Вот это я вам скажу, да. Я сам не понял, в чем отличие. Я все время думал, какую-то зиму все погибнет, черт, я пойду опять в садике этим работать на полставки. Вот. Они до сих пор не хотят, не то что погибать. Это, семенами торгую, значит, плоды были. Экскурсия по саду, дегустация плодов. Где вы такое видели? Опять было недавно это письмо. Но я не успеваю все письма вставлять. Не пустили. Вот человек уже обученный мной. Дайте я сам. Нет, и все. А почему нет, догадайтесь. Выбор саженца самим клиентом. Гибкие цены. Вот мне этот пример понравился. Я до последнего, пока не это самое. Сергей Анатольевич Пащенко, надеюсь, он присутствует, он всегда присутствует. Он один из моих главных помощников, который создал море фильмов. Ну, не создал, монтировал. Вот, потратил больше. И вот он, значит, это. Тут получилось так, что захотел он два саженца купить у Сергея Апорта, кровокрасный и 600 граммовый. И спросил цену. А просил через меня. А я звоню Серега, сколько стоит? Он говорит, 1200. Ну что, не сказать, что дорого, не сказать, что дешево. Они того стоят, вспомните эти самые. Вот. Я вам сегодня хотел показать пипин, да? Видите? Вот. Но это будет отдельный разговор. Ну какие семечки, что из них вырастет? А вдруг еще мельче. Боюсь продавать. Они твердые, как камень, хотел себе по лбу постучать. Вот. И когда у них косточки дозреют, он не хочет созревать, ему лежать всю зиму и до следующего урожая. А кто-то же семечки хочет. А я боюсь резать, а вдруг они не спелы. Но это я отвлекся. И вот он два, он говорит, Сергей Анатольевич говорит, 2200 я заплачу. Плюс 500 пересылка. И тут выясняется, вот. Я говорю, Сергей, ну дорого, наш человек. Да пусть он говорит, возьмет 5. А что будет 5? Это получается третий уже не 1200, а 200 рублей стоит будет. Четвертый 200, пятый 200. Итого 1200, 1200, 1200. Два раза по 1200, два раза по 200, три раза по 200. 5 саженцев уже стоит 300, 3000. Делим, получается, уже не 1200, а 50, то по 600. А вы видели, какие цены на рынке? А вы знаете, ездят по деревням вот эти шустрые люди, молдаване и прочее. По 800, по 1000 рублей продают то, что умрет с гарантией. Берут ведь. Вы знаете, весна, у людей даже деревенских вроде бы и денег нет. И, ну, все равно обострение весеннее. И берут. А здесь получается, если 5 саженцев, то 2 саженца, 2400. А 5 саженцев, 3. В среднем 600. Ну, вы поняли, да? Вот что такое это. Но это было, по крайней мере, осенью.